Так, наши места вот. 2 дня уже на копах не был. Вот такие. Здесь забирали мы свои дышла. Здесь вот трубу забирал. Вот закопать надо. А то вдруг кто-нибудь упадет еще. Вот с этого трубы и вытаскивал. Одну только вытащил. 2:40 было примерно. Закапываем сейчас. Вот и все. Кого-то у нас здесь не было. Могу и сам упасть на мотоблоке. Вот второй остался. Второй остался. Тоже так же длина. Его никто не вытащит уже. Все, пусть закапываем. Вот и все. Вот так все закопали. Вон вышка. Вот это закопали. И здесь закопали. Все. Пойдем на копы. Фух, вот здесь и как раз дышло забирали. Все, это в лесу. Тенек, хорошо. Все, вот пока доехал, уже вспотел. Но в лесу тенек, хорошо, отлично. Ездю пока на велике. 3 км. Нормально. Может, сегодня что найдем, копы. Вот так велик пристегнули пока. Вдруг опять украдут. Так, отдышло как раз. Идем в том направлении. Может, еще что найдем. Долото ищем буровое. Как говорится по-мусульмански, начинаем. Бисмиллях и рахман рахим. Такой сигнальчик. Ну что за сигнал? Не могу найти. 50. 52. То. И здесь перекопал. И здесь. Уменьшил. А он вот лежит. Здесь. Наверху только пуля. Давно не находил, давно, давно. Вот она, красавица. Первой мировой войны. Винтовка Мосина. 7,62. Знаем уже. Вот так они вот ломаются. И внутри у них... Куда высыпать? Вот сюда. Вот. Порох у него тут. Пороха. Фигня. Короче. С порохом лежат. Они уже все слабые. Сколько их находил... Порох вынимал, охотник все отдал. Винтовка Мосина Первой мировой войны. Пулей. И после первого, вот они сколько мне еще тут вылетели, эти пулик. Разбомбил. Задел лопаты. Все, вот они. Пули, винтовка Мосина. Вот такие. Сколько? 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Они уже все сгнившие. Такие. Короче, там еще дофига лежат. Нафиг они мне нужны эти. Вот мои сигналы уже вылетели. Проволочки, лопаты на счастье, алюмишки. Вот эти вот 2 трубы. Трубки такие вот здоровые. Вот так весит 12 килограммов. Неплохо уже. Сначала пошло. Вот такая табличка нам попалась. 3175, номер 174, 68 год. Вот в таком лесу и говорили здесь. 70-е года нефть проходили. Вот она как раз есть, 68 год. Так, рюкзак собираю. Потом все в кучку сюда скидываю мелочь. Вот будем сейчас скидывать пока. Так, третий. Мешок полный, рюкзак тяжелый стал, 6,350. О, сваливаю мелочевки. О, вот вам мелочевки крупняшки. 6 кг. О, алюмишки еще. Вот это у меня сигнальчик попался. Какое-то колесо. Вот такая здоровая. Массивная. О, эти были... Вот такая полная, прессованная, массивная. Видите, от колес. Вот так почистил и весит 12 килограммов.
Офигеть. Толстая стеночка. Ступицы какие-то были. Наверное, хорошие. Дотащить надо еще. Далеко ушел от места. Хорошая хоть одна толстая. Вот так прохожу. Металлоискатель вокруг дерева. Тут хоп. Лежит только наверху. Причаленный. Вольтировка. И сверху жимной. Вот хорошая вещь. От тракторов были. Вот такая. Это уж себе. Вот. Хороший конец. И этот хороший. Вот такая находочка. Возле дерева только лежала. Забыли, оставили. Вот сигнал проволоки, да? Проволок. Вот. Всегда проверяй, какая проволока лежит. А тут проволока здоровая лежит. Попробуем вытащить. Вот проволока, да? Вот с одним сигналом. Сейчас попробуем свешать, сколько выйдет. Вот здесь вот не смог весы остановиться. 14,560. Почти 15 килограммов. Вот только проволока. Вот вам проволока. Там сильный дождик идет. Думаю, сматываться надо быстрее. Пока 2 дня не ходил, тут и поля скосили. Вот. И там дождик идет. И здесь дождь. Все, думаю, сматываться надо домой на велик, пока я едем вот домой. Так, едем, едем. Домой 82 килограмма собрал. Нормально пойдет, сегодня пойдет. Копчик удался.